tonight. I know you want it. You can do it if you try. Close your eyes. Feel the beat. Be free and fly.
такие классные, как ты. Сейчас мы находимся в Сиде, в старом городе, и здесь прям старый город кошек. Котики самые разные. Это похож на Гитлера. Адольф! О, откликается, отлично. Чубайс. Ой, такой классный, Чубайс, такой очень лохастый. Ой, беленький. Ну, белыш. Беляш. Беляш. Так. Смотри, чего. Быстрее снимай. Они, ты смотришь, что они думают, что я им сейчас еду дам. Ой, ты мой сладкий, ты мой сладкий, ты мой носик такой, носик, милый такой носик, Кашевич, мрррр, мрррр, ой, ой, ласкуша, ласкуша, носом все обтерся. Давай, Володя, ласкай кота. Киск. Мрррр. Мрррр. Разговорчивый кот. Мрррр. Кисюля. Кисюля. Что ты ешь? Кисик. Дай носик. Дай носик. Дай носик такой горячий свой. Турецкий кот. Он турецкий кот. Киска. Что-то увидел художник.
Даже не понимаю, чего здесь можно увидеть. Понятно. Уличный фотограф себе не изменяет, да? Нет, конечно. Естественно. А Володя, знай себе, ловит кадры. Пофигу, город, не город. Строение, не строение. Здесь, конечно, очень атмосферно. Очень красиво. Особенно вот там дальше. Такие улочки уютные. Магазинчики. Напоминает Кипр. В Греции не была. А вот Кипр очень напоминает. Причем греческий Кипр. Значит, и Грецию напоминает, наверное. Так. Непринужденная обстановочка, атмосферка. Гуляют. Уютные очень улочки, домики. Очень красиво. Жандармы вон у них тут. На каких машинах? У них же жандармы, не полицейские. И тут Володя вышел на охоту. И тут Володя вышел на охоту. Фото. Ой, вот такая красота. Ну, красиво же. Ну, просто обалденно, да? Володя у нас уже с кем-то сконнектился, да? Так. Вот такие здесь улочки. Маленькие. Много всякого товара. Вот так вот. Ну, здорово же. Ресторан. Сладости. Сладости, сладости, сладости. Всякие штучки, побрякушки. Коты из ресторанов вылазят. Здесь ароматы такие очень приятные, прям приятно. Такие вообще прям прелесть. Курят, правда, все, но фиг с ним. Вон сколько всяких штук красивых. Вон для детишек сколько всего. Love it.
Привет! Спасибо. Ах, привет, привет. Вот Володя присел снимать котов. Их там так много. Сейчас покажу. Это какая-то кошачья сходка. Это вообще... А, понятно, почему сходка. Они едят. Им корм насыпали. Где? Красавцы. Кушают, трапезничают. Ужин у них. Угу. Пойдем дальше. Ну что, идем дальше, да? Прервавшись ненадолго, показываю дальше вам атмосферу старого города. Ну, прелесть же, правда? Вообще, вот эти вот домики так умиляют, просто чудесно вообще. Да, Володь? Умиляют, говорю, домики такие классные вообще, вот, вот это вот, вот, вот это. Они такие маленькие, такие прям... Класс. Прям переносишься в какие-то такие моменты. Цигель-цигель Ай-Лю-Лю вспоминается даже. Тряпок, шмоток разных, разных. My friend, смотри. Тебе позируют. Вот Володя позирует все. Ну так, дружи. Может сок? Может сок гранатовый? А? Пока нет, на обратном пути. На обратном пути. Хорошо. Он тебе за сок, может, и... Все позируют, позируют. Все тебя спозировали? Да, практически. А-а. Такие кафешечки маленькие. Ой, все продается. И сумки. И чего только нет. Всякие штукенцы. Таким образом мы выходим на набережную. Тут у них кораблики стоят. Всевозможные кафешки. В общем, все для отдыха, для туристов, ну и для местных тоже. Местные тоже здесь, кстати, отдыхают, пожалуйста, сидят после работы. Вот Володя опять кого-то уже увидел, наверное, кота без хвоста, да? Вон там вдалеке кот без хвоста. Ну вот, как-то так. Ну, очень красиво. Ну, просто вот атмосферно, если как бы это здесь оказаться. Наверное, через телефон не передашь подобное, но... Но мы постараемся, да? А чё Агаву? Чё я сказала?
Володь, что я сказала? Что? Всегда говори да. Ага, всегда говори. Это правильно, да. Это хороший девиз по жизни. Всегда говори да. В жизни надо всегда говорить да. И тогда все врата будут открыты для человека. Даже фильм такой есть с Джимом Керри. Всегда говори да. Кот крутяжный, без хвоста. Кс-кс-кс. Кисик. Кисик. Кис. 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 Да, ну, кис, я ж тебя зову. Кис. Ну, носик мой хороший. Ты тоже ласкун? Ты тоже ласкун. А кто тебе хвост отодрал? Кис. Кс. Кс. Ты чего? Кисек. Киса. Мяу. Мяу. Мяу, 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 нос. Коты, конечно, это вообще шедевр здесь. Нигде таких котов нет крутых, да? Мяу. Угу. Ну что, дальше? Куда? Туда, пойдем, потом туда. Окей. Ну, пойдем дальше. Будет что интересное, еще покажу. Вот так вот орешки продают на улице. Ну и дети орут, куда ж без этого. Понятное дело. Без истерик детских здесь никак. А наш пострел. Да, Володь? Везде успел. Здесь можно, пожалуйста, вот так вот кальян покурить, посидеть, посозерцать на море, на кораблике. Кальян тоже прикольно подуть. Он без никотина, но расслабляет. Опять же таки котики, котики, везде котики. Котики. Цветочками вот здорово пахнет, вот этими желтенькими. Прям пахнет. И там кафе. В общем, везде все. Здесь вот так вот чуть-чуть спустившись, можно присесть. Вот так вот сидят люди на камушках. Ну, вот на таких вот, таких вот камушках. Вот. И скоро будет закат. Ну, может, не совсем скоро, но все равно. А, подумать о вечном можно, посозерцать на море, помечтать. Может быть, даже что-то загадать.
Вот если убрать руины, да, и то даже можно не убирать. Ну, как у нас в России, по сути. А, ну вот эти пирамидальные южные растения, как тополя они или что они там, как называются. А так, ну, по сути, все то же самое. Ну и, конечно, горлицы. Горлицы вносят коррективы в том плане, то, что вот это... Вот захотели мы с Володенькой гранат. Гранатовый сок, точнее. Are you from Jamaica? Тоже был. Jamaica. Интересная штука. А пластик бардак. Интересная какая, да, штукенция. Свежевыжатый гранатовый сок получается. Вкусно. Сейчас будем пить. Что рыба вода? Ну вот такая вот набережная, называется променад. Цветочки не могу не показать. Очень красиво все цветет. Очень здесь классно. Очень, да, Володь? Здесь и море такое спокойное. Здесь, кстати, отели.
Итак, мы вышли от отеля прогуляться. Сейчас я камеру разверну. Вдоль реки. Вот она, река. Там она полноводная, здесь уже мелкая, с быстрым течением. Типичные турецкие дороги. Все очень классно, все очень круто. Все очень тепло, светло и хорошо. Да. Удалось заснять пару новых видов птиц. Ну, новых имеется в виду для меня. Просто в других местах я их не снимал. Эти виды для меня новые. Вот здесь всякие плантации, жаворонок летает. Попробую сейчас снять. Поддержишь, наверное, канал? Это мы идем, в общем, по дамбе. Вот она, такая дамба. Видимо, река в какие-то годы, в какое-то время года полноводная. И доходит до сюда. И чтобы не затапливать сельские угодья, посадки всякие тут. Да, и дома. Сделали вот такую дамбу. На другой стороне большие парники, теплицы. Там выращивают пальмы. Ну, отсюда видно пальму, может быть, и в других местах что-то другое. Вот это да. О, сейчас купаться буду. Да. Так вот растет мушмула. Ой, да чего же она вкусная. Вот так вот прям. Ты ее как вытерла? А вот там растет шелковица. Сейчас посмотрим. Вот она, шелковица. Некоторые ягоды красные недозревшие, а черные уже созрели.
в отеле Калимера Сиерра Палас. Это местечко недалеко от Сиде, рядом с поселком Манавгат. Сейчас я вам все визуально покажу. Может быть, что-то расскажу. Для начала обзор отеля. Поехали! Thank you.
Please.
white kid. Thank you.
Файс! Олем! Бута! Нос и сердце, питер! Але Джо, Дэна! Аве Францис! Я, I will come! I will come! Окей, все! Ван! Ту! Ван! Shut up.